Всем доброе утро. Эсквайр провел любопытное исследование. Выяснил, что из культурных развлечений может позволить себе жители России, исходя из рассчитанной на сегодня стоимости потребительской корзины. Согласно этому расчету, на услуги культуры человек может потратить 306 рублей 55 копеек в месяц. Что же можно позволить себе на эти деньги? Итак, раз в месяц можно посетить одно занятие йогой в оздоровительном центре города Омск. Или приобрести фигурный дырокол для скраб-букинга. Или арендовать на час лодку в Санкт-Петербурге. Или приобрести входной билет в ночной клуб в Тольятти. Или один час поиграть в теннис на корте в Сочи. Или принять участие в двухдневном интернет-семинаре «Полезные сладости. Ешь и стройней». В Перми, по данным Эсквайра, на сумму в 306 рублей можно один раз в месяц культурно провести целый час в полулюксе гостиницы «Большевичка». Остров Джеймса Бонда стал доступен для виртуальных прогулок. Google отсканировал заброшенный японский город Гунканджима, в котором разворачивалось действие последнего фильма о знаменитом агенте. Теперь все желающие смогут совершать виртуальное путешествие по необитаемому острову из бетона при помощи Street View. Некогда процветающий Гунканджим превратился в жуткое место, пишет Google в своем блоге. Сейчас эта территория полностью лишена жизни. Здания здесь разрушаются так быстро, что вы можете услышать звуки обрушения при каждом дуновении ветра с океана. Именно эта экзотика, к слову сказать, и привлекает многочисленных туристов. Однажды американская бабушка по имени Мэри зашла в магазин ударных инструментов и попросила немного поиграть на барабанах. Результат этой просьбы – почти 3 миллиона просмотров на Ютубе, ну и отличная вирусная реклама магазину. Это была интернет-пробежка. Хороших вам новостей. Увидимся.